9 марта 1697 года по старому стилю началось Великое посольство, дипломатическая миссия царя Петра I в Европе. Царь участвовал в этом путешествии инкогнито, как урядник Преображенского полка Петр Михайлов. Он пользовался сургучной печатью, когда писал письма, и на этой печати была надпись «Я ученик и ищу себе учителей». Он обучался артиллерии, работал на верфях, посетил ботанический сад в Амстердаме и анатомический театр в Лейдене, а также кунсткамеры в Вене и в Дрездене и кабинеты редкостей, которые повсюду в это время возникали в Европе. И все это повлияло на создание и первого публичного музея России – кунсткамеры, куда и сам Петр передал свои коллекции – несколько сот сохраненных в склянках рыб, птиц и гадов. Но Петр I интересовался не только естественными науками и корабельным делом. Он также поручил своим агентам покупать в Европе коллекции древностей, картины и скульптуры и пригласил в Россию художников и граверов, с которыми познакомился в европейском путешествии. Среди них был и Питер Пикард, чьи гравюры теперь хранятся в собрании Пушкинского музея. После Великого посольства закрыть окно в Европу стало затруднительно.